Здравствуйте! В эфире телеканала «Регион-12» информационная программа «12 новости республики». Интернет-версия на сайте tvregion12.ru, в студии Виталий Рыжков. Большой педсовет на высшем уровне. Министр образования и науки России Дмитрий Ливанов посетил с рабочим визитом Республику Мариэл и в комплексе оценил систему образования региона. Около 600 педагогов со всей республики собрались, чтобы обсудить итоги минувшего учебного года и перспективы на учебный год новый. Анастасия Токарева 7 лет назад приехала из Аршанского района. Сказала маме: «Хочу играть на гуслях». Сейчас она и ее подруги, ансамбль «Кюсле», лауреаты многочисленных конкурсов. И таких талантливых детей в Национальной президентской школе-интернате учатся 260. В будущем я хочу стать музыкантом, потому что музыка для меня – это вся моя жизнь. Сувениры марийские мы хотели бы вам преподнести. Наши марийчики, которые делают наши дети, наши музыканты. Это не просто школа, а настоящий центр искусств. Одаренные дети здесь и вышивают, режут по дереву, и ткут, и лепят из глины. А еще ежедневно, наряду с обычными предметами, эти дети изучают и свою будущую специальность. Юные музыканты, художники, танцоры, певцы здесь и учатся, и живут. В новом современном здании, распахнувшем свои двери 3 года назад. Оно доступно всем, вне зависимости от достатка родителей. С 1 класса школьники постигают сразу 2 образовательные программы. Вдалеке от родителей эти дети намного самостоятельнее остальных, поэтому уже сейчас знают, кем будут во взрослой жизни. Национальная президентская школа стала моим первым этапом моей жизни. Я поступил в музыкальное училище имени Холмдая. Таланты педагоги в первую очередь ищут на селе. На прослушивание ежегодно приходит более 100 человек. Отбирают лучших – 20. Дмитрий Ливанов заявил, что это хороший пример для всех муниципалитетов. Талант надо растить с детства. Впрочем, мало иметь способности от рождения. Важно, в каких условиях и по каким программам обучается ребенок. Об этом и не только шла речь на традиционной августовской конференции. И в кулуарах, и в зале сплошные разговоры о госстандартах, о создании системы выявления и поддержки одаренных детей, о реализации на базе техникумов и колледжей ресурсных центров. Немало говорили и о новшествах. Образовательно-производственный кластер для АПК – инновационный проект для региона. Сразу в 8 учебных заведениях готовят квалифицированные кадры для сельского хозяйства. Система образования Республики Мариэл в последние годы динамично развивается по основным показателям, по всем уровням системы образования. Здесь показатели выше среднероссийских значений. Очень важно, что достигнуты целевые показатели по оплате труда педагогических работников. Очень важно, что обеспечена 100% доступность дошкольного образования. Очень важно, что строятся новые школы. Вот в этом году 2 школы новых вводятся. Я думаю, что все это говорит о том, что руководство республики рассматривает систему образования как приоритетный объект для инвестиций, для своего внимания. Реформирование всей системы образования продолжается. Особое внимание дошколятам. Благодаря новым стандартам дети идут в 1 класс подготовленными. Запросто отличают ромб от параллелепипеда. Среди приоритетных задач на предстоящий учебный год – формирование системы учительского карьерного роста, формирование дифференцированной системы должностей и поддержка как финансово, так и морально школ с низкими образовательными ресурсами. По словам Дмитрия Ливанова, к образованию нужно подходить комплексно. Мы сегодня говорим не только о системе образования высшего и среднего образования, которому, собственно, отвечает за которую республика и высшая, которая федерация, но и полное взаимодействие и создание, так скажем, возможности в школах преподавать и специалистам из вузов, и расширять наши профессии, открывать новые специальности на базе наших 2 вузов, МАРГУ и Поволжского технического университета. Ну и, конечно же, говорили о том, что будут совместные проекты о финансировании системы образования за счет средств республики и средств Министерства Российской Федерации по образованию. Учителя говорят, было бы кого учить, тогда все будет. Поддержка образования налицо. Только за последние 5 лет в Мариэл открыто более 9000 новых мест в детских садах. На это направлено свыше 1 220 000 000 рублей. Сейчас идет активное строительство 4 школ в районах республики. При этом важен еще один фактор. Чтобы дети хотели учиться, важно, чтобы сами родители создавали для этого все необходимые условия.
Программа пребывания Дмитрия Ливанова в Мариэл не ограничилась участием в педсовете. Министр посетил и ведущие вузы республики. В частности, он побывал в главном корпусе Марийского государственного университета, а также ознакомился с ходом строительства нового общежития «Маргушта» на перекрестке Красноармейской и машиностроителей. Кроме этого, Дмитрий Ливанов посетил уникальный для республики Центр радиолокационных систем и комплексов «Волготеха», который работает уже больше года на базе Марийского машиностроительного завода. Центр радиолокационных систем и комплекс вузу удалось открыть за счет средств федерального гранта в рамках конкурса «Новые кадры ОПК». Только одного оборудования закупили на сумму более чем в 40 миллионов рублей. Выиграв в свое время престижный всероссийский конкурс, ПГТУ стал одним из первых российских вузов, участвующих в подготовке новых кадров для оборонки. Подробнее о том, какую оценку дал вузам Мариэл федеральный министр, в понедельник вечером в информационной программе «12 новости республики». Программа благоустройства и социального развития села в действии. Сразу два новых важных объекта начали функционировать в Мариторекском районе. В районном центре при местной средней школе введен в эксплуатацию новый стадион, а в Хлебникове пациентов начала принимать новая суперсовременная врачебная амбулатория. Отличная солнечная погода способствовала хорошему настроению жителей поселка Маритурек. Но еще больше их радовал новый красавец-стадион, который украсил собой территорию средней школы. Спортивные команды опробовали новые площадки, даже не дожидаясь торжественного открытия. Я уверена, что благодаря этой площадке мы повысим свой уровень в игре. То есть у нас более будет все по теории схвачено, и у нас ноги привыкнут просто ко всему вот этому покрытию. Спорт развиваться должен. Не только в городах, но, конечно же, и в таких поселках. Глава республики тоже не остался в стороне и опробовал на деле новый спортивный объект. Стадион построен в кратчайшие сроки, всего за месяц. Теперь не только спортсмены, но и абсолютно все жители поселка могут заниматься физкультурой и спортом, что называется, в свое удовольствие. Наша программа по строительству стадиона продолжается. Вот, идея очень простая. Школа, есть кому следить за стадионом, есть профессиональный представитель физкультуры. Дети занимаются физкультурные занятия. А в свободное от занятий школьной программы, здесь, пожалуйста, можно играть в футбол всем желающим. Волейбол, баскетбол, просто легкой атлетикой заниматься, полоса препятствий. Занимайся в свое удовольствие, никто не препятствует этому. Главное, чтобы стадион был всегда задействован. Всегда на нем были люди, которые желают заняться спортом. Ведь не только для детей, и для людей старшего возраста, все, кто хочет. Главная задача, которую я преследую, это открытый доступ всех желающих заняться спортом. Ну, а мы будем добиваться того, что каждая школа в республике будет иметь такой стадион. Ответная реакция была бурной и эмоциональной. Причем детская радость тут же передалась и взрослым. Ведь на открытие нового стадиона многие пришли целыми семьями. Я хочу пожелать, чтобы такие стадионы, подарки, которые делаются в районах, население, дети, наверное, начиная с детей, они ценили это и уважали, и берегли. Потому что все, что не делается у нас в республике, ну, если в частности касается вот, спорта, да, скажем, поддержки спорта, это все во благо людей. На этом приятные моменты для жителей Маритурекского района не закончились. Жители села Хлебниково с нетерпением ждали открытия новой врачебной амбулатории. Здание старое пришло в такую негодность, что не выдерживало уже никакой критики. А новое лечебное учреждение трудно назвать просто амбулаторией. Это скорее маленькая больница, оснащенная по последнему слову техники. Задача, которую перед собой правительство ставит, это чтобы не люди ехали в республиканскую больницу 2 часа на машине, там, не знаю, на автобусе, особенно бабушки, дедушки, им тяжело. И столько же возвращаться. Чтобы врачи приехали с переносными диагностическими, скажем так, с переносным диагностическим оборудованием здесь на месте, сделали диагностику, установили причину заболевания и лечили. Вот это самое важное. Поэтому в такой амбулатории можно осуществлять очень качественную медицинскую помощь. Мы этого добиваемся. А самое главное, что качество жизни на селе, оно у нас не хуже, чем у горожан. Это вот, я считаю, главная наша задача. Новая амбулатория будет обслуживать более 5000 человек. В ней есть все. Кабинеты врачей-специалистов, своя лаборатория, палата дневного стационара и даже стоматологический кабинет. Более доступно сейчас стало для нашего населения как физиолечение. У нас появились новые аппараты, например, «Армак» для магнитотерапии. У нас сохранена дневной стационар, сохраняется на 5 коек. И это очень большое подспорье для нас, для медиков, в помощи нашему населению. Штат амбулатории полностью комплектован. Кроме врачей-специалистов, в наличии средний медицинский персонал, на должном уровне и материально-техническое обеспечение. Амбулатория получит дополнительно новую машину скорой помощи и стоматологическое кресло.
Проект уникальный, он неповторимый, потому что Хлебниково – это очень большое село. И вы знаете, старой больнице было 160 лет, об этом говорить уже. Все мысли говорят о том, какая это была больница. Но очень большое развивающееся село. Я сегодня узнала, что 800 детей наблюдается в этой больнице. Поэтому здесь есть все условия для детей, для взрослых. Я хочу в этом плане пожелать всем только здоровья, чтобы пореже сюда ходить, но в целях профилактики, конечно, здесь тоже можно пользоваться всеми услугами. Благодарные жители долго не отпускали главу республики. Фольклорный ансамбль исполнил несколько песен, фото на память и, главное, простое человеческое спасибо потенциальных пациентов новой амбулатории. Ведь власть держит слово и успешно решает главную задачу – заботу о жителях нашей республики. В Йошкар-Оле завтра приступают к завершающим работам по капитальному ремонту улицы Ивана Карле и части улицы Суворова. По планам все работы должны быть завершены в течение 2 недель. На это время движение на ремонтируемых участках будет полностью закрываться с 8 утра до 10 вечера. Итак, 13 и 14 августа нельзя будет проехать по Суворова от машиностроителей до Анциферова. 15 и 17 числа от Анциферова до Ползунова. 18 и 22 августа закрыта будет улица Ивана Карле на участке от Ползунова до Баумана и 23-27 числа от Баумана до строителей. Добавлю, что в связи с ремонтом изменится схема движения общественного транспорта. Подробности на сайте городской мэрии. Завтра в Мариэл отпразднуют Всероссийский день физкультурника, главной темой которого на этот раз станет летняя Олимпиада в Рио. В республике различные соревнования, конкурсы и старты пройдут во всех городских округах и муниципальных образованиях, но основное действие развернется на стадионе «Дружба» в Йошкар-Оле. На главной спортивной арене Мариэл с 10 утра будут представлены показательные номера по легкой атлетике и боксу, смешанному боевому единоборству и дзюдо, борьбе кареш и восточному боевому единоборству, а также по другим видам спорта, вплоть до шашек и шахмат. Во дворце водных видов спорта с 9 утра пройдут соревнования среди учащихся с дюшор по плаванию. В 12:30 на «Дружбе» начнется финальный матч Кубка Республики по футболу между командами «Медведева» и «Спартак» с дюшор. Кроме того, в рамках праздника в этот день состоятся всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». В день соревнований 13 августа комиссия по допуску будет работать на стадионе с 9 утра. Итак, все любители спорта в день физкультурника могут найти себе площадку по вкусу. Тем более, что этот праздник касается многих жителей, без преувеличения, спортивной республики Мариэл. Хотел бы поздравить с наступающим праздником, Днем физкультурника, всех наших спортсменов, физкультурников, именно с этим праздником профессиональным, пожелать им прежде всего здоровья, спортивного долголетия. В республике вообще сложилась очень хорошая атмосфера, именно поддерживаются все виды спорта, мы демократично относимся ко всем видам спорта, даем возможность проведение мероприятий на наших спортивных базах. Поэтому не случайно наша республика в этом году находится в числе лидеров среди всех субъектов Российской Федерации по количеству занимающихся систематической физической культурой и спортом. Ну а в воскресенье 14 августа в ФОКе «Спартак» развернутся нешуточные бои. Там пройдут финальные поединки чемпионата России по боксу на призы главы Республики Мариэл среди участников спортивного общества профсоюзов. Победители турнира получат путевки на чемпионат России, который пройдет в конце ноября в Оренбурге. Не по сезону жаркая погода сохранится в республике в ближайшие выходные. По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье в Мариэл ожидается 30-градусная жара. И это в тени. В ближайшие 2 дня не исключены и грозы. Будет дуть несильный ветер южных направлений. Атмосферное давление чуть ниже нормы. Так что самое время вновь отправиться на пляж. Тем более, что в Йошкар-Оле, к примеру, пока купальный сезон официально открыт. Вряд ли он будет закрыт и на следующей неделе, несмотря на то, что в рабочие дни немного похолодает, до плюс 25. К следующим выходным по ожиданиям снова будет аномально жарко. Информационная программа «12. Новости республики» продолжается. Выпуски Мариэл ТВ смотрите в 6:30 утра. Интернет-версия на сайте tvregion12.ru, а также на YouTube-канале и группах ТВ Регион 12 в социальных сетях. В студии был Виталий Рыжков. До свидания. Шочман Эрдена Мариэл ТВ нефирштежа онжеза. Йошкар-Оласе республикасе клиника Эмлен Веран танатологи пилкан у корпус шумчонгат.
Таир психоневрологи интернатышта восхождение проект пашамышта. Латкандашам 6 сентябрьшта кукжаны ждуман депутатша влаком сайлайна. Мурку районосо изи кушна клуплан кутлыи. Мария ЛТВ таланда эта шипагатам шарныкта. Сем алан рубрика. Мария Республикан шиды яш люмгетежам, коктежам колымши ишта палымдаш тюнгалана. Иволга форумосо энсай проект лаклан индэши дутежем тенге окса ойралтан. Йышкыр улаште ончысо ечесадын зданийже-влак угыч туныктыш аланыш пӧртылын кертат. Верысе инициатива программын лектышыже. Ридулаште илыше-влакын ЖКХ-лан латкуд миллион теҥге парымышт погынен. Мари ЛТВ-тланда эртыше пагытым шарныкта. Мари Юла рубрика. Профессия – одна из самых древних, освоенных человеком. Современные технологии, кажется, обходят эту отрасль стороной. И сегодня большинство пасек устроено так, ну, практически так же, как и 100 лет назад. О том, как живут и работают пчеловоды в Мариэл, мы поговорим сегодня. За ответами мы отправились вглубь марийских лесов, в деревню Тумер. Здесь, подальше от города и оживленных трасс, живет и работает пчеловод с почти 50-летним стажем Иван Семенович Москвин. О работе пчеловода он не мечтал с детства и поначалу даже боялся пчел. Но жизнь сама расставила все по местам, дав человеку в руки не просто работу, а дело всей жизни. Как увлечение, потому что я же ничего не знал по-хитски. 24 у меня пчел осталось. Отца парализовала, мать больная. Я в школу прихожу, я вообще боялся, думаю, раз-два, ну, убегу. А потом начал книгу читать, книгу и сам смотреть. Ну, через год где-то я уже освоился, и мне не надо было никого. Я вот эти улья один смотрю сейчас, у меня помощников нет. Работа так, кажется, пчеловода, она простая, она сложная работа. Тут очень много пчелы, они такие насекомые, неописуемые. Это книга ерунда. Вот. Ну, любимая вот пчелы. Вот даже ты, если очень сильно переволновался, перенервничал, да, выходишь в улей, ты успокаиваешься, они тебя успокаивают. Понимаешь, вот это мне нравится. Прежде чем идти на пасеку, необходимо облачиться в специальный костюм, не оставляя ни одного открытого участка кожи. Материал должен быть плотным. Простая ткань нашей повседневной одежды может и не спасти от жала пчелы. Запах они вот эти, духи, крем всякие. Потом вот этот бензин, солярка, это они не терпят. Это уже ничем не остановится, они будут жарить. Жарить будет бесподобно уже. Еще такая у них есть тенденция, что ли, сказать. Если одна пчела ужалила, вот вы ее задавили на теле, там же выходит яд, запах яда. Все, тут они налетают уже один за другим. На этот запах. Отомстить за убийство. Наверное. Пчеловод в полной экипировке немного похож на космонавта. И действительно, пасека в целом и каждая пчелиная семья, в частности, это как отдельная планета, целый мир. Ну вот на пасеке в первую очередь надо пчелам, что идти работать, надо дымарь разжечь. Так, для чего он? А дымарь, дым пускаешь, покуриваешь, как называется. Они немножко. Они не жалят потом. Ага. А без дымаря нельзя лезть. Вот сейчас любой улей откроем, вот, да? Без дымаря. Они нас накинут, мы просто убежим. Понятно. Они сильно будут жалеть. Давайте раскуривать дымарь. Вот дымарь. Дымарь внешне похож на чайник с носиком, только сбоку у него специальные меха. Внутрь закладывается береста и труха. Главное, чтобы было побольше дыма. Вот подходите, значит, к улью, да? Так. В первую очередь даете 3 качка дыма литок. Вот так. Чтобы они чувствовали, что к ним лезут не так. А если вот пришел, открыл крышку и полез, и они
дают тебе жару. Каждый улей – это отдельная пчелиная семья, состоящая из нескольких тысяч полосатых тружениц. Причем работают в семье только дамы. Именно они летают собирать мед в близлежащие леса и луга, перерабатывают нектар в мед, чистят и чинят улей, воспитывают потомство. Особям мужского пола, трутням, здесь отводится роль весьма приятная и неутомительная – оплодотворить пчелиную матку. Она единственная воспроизводит многотысячное потомство. Погибнет матка, пропадет и вся семья. Пчеловод закладывает в улей вот такую раму-заготовку. Называется она «вощина». На ней пчелы с помощью воска строят свои соты. В верхней части рамы закладывают мед. Им они кормят потомство и матку. В нижней зреют личинки молодых пчел. Иван Семенович достает соты из улья бесстрашно, голыми руками. Удивительно, но насекомые его совсем не трогают. Вот сверху мед печатный, видите? Вот под этой печаткой, вот под этой печаткой мед, они на зиму так печатают. Если его не печатать, мед закиснет внизу, вот эти точки. Это детки. Мы, называется расплод. Там молодые пчелы. Здесь они через 21 день будут вылазить. Будут загрызать и вылазить. Вот это убираешь, эту печатку. А тут мед и не выйдет. Мед никак. Вот его убираешь, там открывается мед и качаешь мед. Распечатывают соты вручную с помощью вот такой вилки. Счищенный воск с остатками меда тоже можно употреблять в пищу. Теперь распечатанную рамку помещают в центрифугу, медогонку. Мед весь по центробежной силе, она выходит? Он получается на стенке, да? Да, на стенке вот размаживается, да. Остается только слить готовый мед. Набирают его в такой медогонке по несколько ведер. Задача пчеловода входит, конечно, не только добыча меда. Весь сезон с апреля по июнь пчеловод ухаживает за пчелиными семьями, подкармливает их, следит за здоровьем и состоянием расплода. Зимой заготавливают рамы и ульи. Как и в человеческом обществе, у пчел есть сильные и слабые семьи. Но в среднем с каждого улья можно собрать до 30 килограмм меда за сезон. Чтобы не запутаться, пчеловод ведет специальный журнал. Вот, допустим, 26-й, да? До 26-й пишу. Вот выставил я в апреле. Вот 12 апреля первый осмотр у меня. Пишу нормально, сила 7, рамок 8, со столом 2, меда достаточно. Кроме меда, пчелы дарят нам еще очень много полезных продуктов. Воск, прополис, маточное молочко, пергу. Маточное молочко – это один из самых ценных продуктов пчеловодства. Это корм для будущей матки. Личинка буквально плавает в нем, закупоренная вот в таком коконе. Перга же – это, по сути, пыльца, переработанная пчелами. Пергой кормят молодых пчел. Для иммунитета человека это продукт невероятно полезный. Вкусная, горьковатая такая, да, штука. Спокон веков в марийских лесах бортничество процветало и развивалось. Со временем люди научились делать искусственные бортни и привлекать туда пчел. Справлялись настолько успешно, что в 17 веке марийцам пришлось платить в государеву казну особый медвяной налог. Однако пасечное производство по сравнению с бортным меда давало в два раза больше. Поэтому в начале 19 века лесной департамент подтолкнул марийцев к нововведениям, особым указом. Так пчеловодство вышло из леса в домашние пасеки и рамочные ульи. А зачем на свете пчелы? Для того, чтобы делать мед. По-моему, так. А зачем на свете мед? Для того, чтобы я его ел. Строение, вне зависимости от того, из какого материала оно построено, постоянно испытывает воздействие целого ряда негативных факторов, таких как ультрафиолетовое излучение, перепады температуры и, конечно же, влага. Даже керамический кирпич постепенно разрушается от сырости, особенно при колебаниях температуры. От влаги образуется грибок и плесень, которые могут серьезно испортить не только настроение, но и здоровье человека. Однако есть способ, если не избавиться полностью, то максимально снизить разрушительное воздействие сырости. Для этого достаточно обработать поверхность гидрофобизирующим составом. Если нанести гидрофобизаторы на кирпичи и на дерево, эти материалы приобретают водогрязеотталкивающие свойства, влага не впитывается лет 15, там перестает расти грибок, плесень, не заводятся насекомые, и
строение дольше служит человеку чистым, первозданном виде. Проведем простой эксперимент. На керамический кирпич, половина которого обработана составом, а вторая осталась в естественном виде, выльем несколько капель воды. В результате вода легко скатывается с обработанной части и впитывается в необработанную поверхность. То же самое с древесиной. После обработки гидрофобизатором она перестает впитывать влагу. Сегодня на рынке представлены гидрофобные смеси от разных производителей. Главное отличие в их составе. Отличаются они тем, что одни есть кремние органические и просто органические составы. Органические они больше всего подходят для дерева и для внутренних работ, так как они совершенно не пахнут. Кремние органические имеют немножко резкий запах, соответственно, больше подходят для внешних работ, также для больше всего для кирпича, керамические плитки и тротуарные плитки. Наносится она очень просто, на сухую обескровленную поверхность, желательно при плюсовой температуре, наносится или кисточку, или валиком. Расход у него, так же как у краски, на подготовленную поверхность, где-то 150-300 миллиграмм на квадратный метр. Еще одно полезное свойство гидрофобизаторов – в возможности обработать тротуарную плитку. В результате к ней в зимнее время не примерзает наледь. Лед легко убирается как вручную, так и механизированным способом. Практичные, долговечные решения для строительства и ремонта предлагает своим клиентам торговый дом «Герметик». Сотрудники торгового дома «Герметик» успешно решают проблемы гидроизоляции, теплоизоляции, герметизации любых объектов, помогая своим клиентам в подборе герметизирующих материалов, предлагая консультации по их монтажу. Кроме того, торговый дом «Герметик» является эксклюзивным представителем марки «Данке» в Вишкар-Але. «Данке» – это линейка высококачественных подоконников с глянцевым акриловым покрытием, представленные в широкой цветовой гамме. Отличная новость для ишкаролинцев. Дорогие друзья, торговый дом «Герметик» стал намного ближе к вам. Мы открыли свой фирменный отдел на центральном рынке города Ишкар-Алы. Сити-центр, первый этаж. Здесь вы можете приобрести весь ассортимент товаров, которые находятся у нас на Баумана 100. Даже заказать подоконники и откосы в нарезку по вашим размерам. С доставкой на дом. Внимание! Магазин «Герметик» на Баумана 100 работает в прежнем режиме. Все подробности по телефону в Йошкар-Оле 55 37 00.